Всем привет, дорогие друзья из солнечного и жаркого Кемера. Мы продолжаем знакомить вас с магазинами, где продается качественная одежда и обувь. И на этот раз мы приехали в Кемер. Почему в Кемер? Потому что многие из вас отдыхают в Кемере и в Анталии и просят нас сделать обзоры из магазинов одежды и обуви именно в Кемере и в Анталии. И сейчас мы находимся в местечке Гёйнюк, который находится недалеко как от Анталии, так и от Кемера. Сюда вы можете приехать на обычном автобусе. И мы пришли в магазин Арас Шуз, магазин обуви Арас, где можно приобрести качественную обувь, кожаную обувь производства Турции от производителя по суперценам. Владелец этого магазина, Фурат Бей, занимается этим бизнесом уже более 15 лет, и он занимался оптовым бизнесом. А сейчас у него есть магазин как в Кемере, который расположен, как я уже сказала, в местечке Гёйнюк. В описании к этому видео смотрите все контакты этого магазина. И магазин, новый магазин они открыли в Анталии. Поэтому, если вы захотите посетить магазин в Анталии или в Кемере, смотрите в описании к этому видео все контакты. Видео из магазина в Анталии будет следующим, поэтому в описании к этому видео вся информация по поводу этих магазинов. А сейчас давайте пройдем внутрь и посмотрим, что же у них продается. Друзья, хочу вас познакомить с владельцем этого магазина Фурат Бей. Biz kendimiz aslen toptancıyız İstanbul'da. Ayakkabıları toptan satıyoruz Antalya'daki dükkanlara. Aynı zamanda kendi imalatımız da var. Biz burayı da böyle toptan fabrika satış yeri olarak açtık. Yani o yüzden fiyatlarımız bizim çok uygun. Yani fabrika satış fiyatı, toptan fiyatları. 5 yıldır aynı yerdeyiz. Bütün ayakkabılarımızın hepsi gerçekleri ve birinci sınıf ürünler. Yani bir mağazamızda Antalya'da var. Antalya merkezde Konya altında bir tane daha mağazamız var. Поэтому в описании к этому видео смотрите все контакты этого магазина, социальные сети и, конечно же, место расположения на карте. Ну и, конечно же, не забывайте, если вы находитесь в Анталии, вы можете посетить магазин в Анталии. Если вы находитесь в Кемере, то можете приехать в магазин в Кемере. И в описании к этому видео будет номер WhatsApp. Здесь есть русскоговорящие работники, поэтому вы смело можете писать на WhatsApp, и ребята проконсультируют вас по поводу моделей, цен, качества, в общем, всего того, что вас интересует по поводу обуви. В этом магазине работает русскоговорящий персонал, а непосредственно Хюсейн Бей, который нам покажет и расскажет о том товаре, который продается в этом магазине, о качестве, о ценах, в общем, о всем том, что вас интересует по поводу обуви. Вот такие вот модели есть, и снутри, и снаружи, они все кожаные, с каблуком, прям красивые. Это вот, например, осенняя. Такие вот есть бордового цвета тоже. Замшевые есть с таким красивым нарядом, каблучок с каменем, маленькие камушки здесь вот, пожалуйста. А здесь вот это стретч. Здесь вот замш, кожа тоже, и снутри тоже это кожа. Ну, цены в зависимости от модели меняются. Например, осенние у меня от 30 до 45 долларов. В зависимости от модели меняются, конечно же. Например, вот это, которое я вам показал, это у меня стоит 30 долларов. Вот такие вот спортивные есть тоже, вот, пожалуйста. Тоже кожа и снутри. Внутри тоже утепленный вариант. Видите, такие разные цвета есть. Тоже вот кожа, вот осенние. Тоже у него стоимость 35 долларов стоит. Например, у нас не только зимние есть, но еще вот и летние есть, и там осенние, вот кожаные кроссовочки есть тоже. Например, стоимости этих товаров, ну, начиная от 25 до 35 долларов. Ну, конечно, в зависимости от модели цены меняются. Такие летние, более открытые, например, босоножки с небольшим каблуком, тоже вот они все кожаные, как видите, пожалуйста. И снутри, и снаружи они все кожаные. Ну, в зависимости от модели, в основном здесь от 25 до 30 долларов. Сапоги тоже для наших гостей, кто живет в холодных городах. Вот такие вот, пожалуйста. Внутри тоже это натуральный мех. Видите? И снаружи, и снутри все натуральное у нас. Вот это у меня стоит 80 долларов. Есть вот такие модели, например, без каблука. Видите? Тоже натуральный мех внутри, все натуральное, тепло держит тоже. Вот такие вот у меня модели с каблуком тоже. Это чисто зимняя. Вот это у меня стоит, она 40 долларов. Натуральный мех и снутри, и снаружи. Вот еще есть такой зимний вариант, ботиночки. Вот, пожалуйста, вот смотрите.
И вот у него мех натуральное все, чисто зимнее это тоже. У него, например, цена стоит тоже $40. Размеры начинаются от 35 до 40-41 размера. С каблуком модели, пожалуйста. У него тоже вот такой мех, толстый. Вот это у меня стоит $85. Но в зависимости от модели у меня в основном сапоги начинаются с $50 до $100. Небольшой каблук такой. Вот видите. Пожалуйста. Тоже он зимняя. Вот у него цена стоит $75, уважаемые. Босоножки там с каблуком. Пожалуйста, вот один модель вот тоже. Кожаная внутри. Вот видите, с каблуком тоже. Очень удобные. Эти у меня стоят $25. Пожалуйста, чистая кожа. Ну, здесь тоже у меня цены меняются в зависимости от модели, от 25 до $35. Босоножки, вот есть шлепанцы есть. У них, например, цены от 20 до $25. Например, разные цвета есть. Шлепанцы такие вот тоже ортопедические, пожалуйста. Они очень удобные. Видите, чистая кожа, и снутри, и снаружи. Они, например, у меня стоят $15. Вот еще такие мокасиночки есть. Вот, пожалуйста. Видите, у них есть разные цвета, есть гранатовый, есть красный цвет, есть пудровый цвет. А у них цена, вот, например, до $20. Вот такой вот черный цвет имеется еще. Пожалуйста. Белые есть тоже. Вот такие вот есть еще. Ортопедические, тоже очень удобные. И снутри кожа, и снаружи кожа. У нас цены сейчас очень хорошие, потому что 80% товара – это наше свое производство. Мы сами оптом отправляем за границу, там в Россию, в Украину и другие страны тоже отправляем. Из-за этого у нас цены очень хорошие, потому что 80% товара у нас свое производство. Вот для мальчиков тоже красиво туфельки, тоже они очень удобные. Тутуби – это самая лучшая фирма в Турции, очень ценится тоже. Пожалуйста, вся кожа изнутри и снаружи. У них, например, цены $25. Для наших принцесс еще такие вот есть. Зимние тоже они. И снутри, и снаружи, вот они все кожаные. Такие вот зимние ботинечки. Это, например, нубук. Тоже внутри вот утепленный такой. Видите? У него, например, цена стоит тоже $25. Осенние ботиночки, пожалуйста. Тоже кожа, и снутри, и снаружи. Здесь шнурки. Вот отсюда он еще открывается. Вот внутри тоже. У него утепленный вариант тоже. У них есть разные цвета. Например, есть не блестящие такие, черные. Есть коричневые цвета. Например, они у меня стоят $30. Школьные. Тутуби тоже. У него цена стоит $20. Детские уги, пожалуйста. Вот. Тоже кожа натуральная. С меха, натуральный мех тоже, вот есть разные цвета. Они у нас стоят, в зависимости от модели, от 20 до $25 тоже, пожалуйста. Размер у нас имеется тоже. Кожаные ботиночки такие, красивые, вот тоже от Тутуби. Мужские, ну, для мальчиков тоже, зимние, тоже утепленные, вот, пожалуйста. Они тоже, в зависимости от модели, стоят от 20 до $25. Пожалуйста. Вот такой вот еще цвет есть. Тоже чисто коричневый, тоже кожаные они. Вот кожаные тоже. Тоже утепленная тутуби. Тоже для наших принцесс маленьких. Видите? Вот, пожалуйста. Вот тоже утепленная. Толстая подошва, качественное изделие. В зависимости от модели, они стоят от 20 до $25. Вот кожа чисто натуральная. Тоже у него вот внутри утепленный вариант. Летние такие вот босоножечки, пожалуйста, вот видите, тоже они вот кожаные. От 20 до 25 размера имеется тоже. Это для мальчиков, еще для наших принцесс вот такие, вот красивые такие босоножечки. Тоже чистая кожа, вот такой у него, пожалуйста. Мягкая подошва тоже, красивая очень, такой удобные. Вот такие вот есть, например, замшевые школьные туфельки, видите. Они у меня стоят от 20 до $30, например, в зависимости от модели. Более спортивные есть, вот такие. Вот, тоже чистая кожа, это и снутри, и снаружи, мягкая подошва, не скользкая тоже. Тоже это кожа, и снутри, и снаружи. Например, это у меня стоит $25. Размеры
начинается от 30 до 40 размеры есть. В магазине Арас представлен огромный выбор самой разнообразной обуви, начиная от летней и заканчивая обувью на меху для супернизких температур. И сейчас Хюсейн Бей нам расскажет и покажет самые интересные модели из всего вот этого вот огромного разнообразия, потому что в этом магазине представлено около 1000 моделей сапог, ботинок, обуви на меху и без меха. И я абсолютно уверена в том, что придя в этот магазин, вы найдете ту пару обуви, которая подойдет именно вам по всем параметрам, по цвету, по высоте каблука и по качеству кожи. Потому что некоторые, например, любят вот такую вот обычную черную кожу, некоторые предпочитают кожу с лазерной обработкой. Я, например, очень люблю лаковую кожу. Здесь огромный выбор ботинок не только классических, скажем так, но и из разнообразных материалов, разнообразной отделкой, разной обработкой и, конечно же, разных цветов, начиная от классического черного и заканчивая вот такими вот интересными ботиночками на натуральном меху, похожими на уги. В общем, смотрим ассортимент и цены вот этого вот огромного отдела сапог и ботинок. Очень большой выбор тоже сапогов, как видите, очень много, вот разные сапоги есть на любой вкус. Пожалуйста, вот с каблуком, вот кожа тоже натуральная, натуральный мех. Например, у него цена стоит $75. Спортивные тоже. Чистокожа тоже это. Натуральный мех тоже. Тепло держит тоже. Например, у них цена стоит $70. Замшевые тоже. Вот у него тоже мех очень хороший. Видите, какой мех натуральный. У них цены, например, стоят $65. Например, они делятся на три части вот так. Покажу. Вот есть такой цвет еще. Это как ботиночки можете использовать, как уги можете использовать и как сапоги можете использовать. Теплый мех, это зимний чисто. И вот такие вот разные цвета есть. Тоже кожа, натуральная кожа это. Мех тоже есть, это натуральная тоже. Тепло держит, зимняя. Вот это вот у меня цена стоит $85. У нас, например, цены от... Начинается в сапогах от $50 до $100. Например, размер у нас начинается от 35 до 42 размера имеется у нас. Такой вот тоже модель с брошкой. Вот видите, тоже европейка. Это видите, какой мех натуральный, тоже тепло держит. Это вот у нас стоит $80 тоже. Это наше производство, из-за этого у нас цены очень хорошие. Небольшой каблук тоже. Вот видите, с мехом, видите, натуральный мех тоже. Натуральный мех, и снаружи вот кожа, толстая подошва, не скользкая тоже, видите, резиновая. Например, это у меня стоит уже $75. Ботиночки, пожалуйста, с каблуком, видите. Вот он тут тоже утепленный такой, осенний это. Тоже все, кожа и снутри, и снаружи, пожалуйста. Стоит $40. С мехом, натуральный мех тоже, и вот кожаный, видите. Вот тоже стоит $40 у нас. Необычный такой модель тоже. Кожа тоже снутри и снаружи. Не скользкая подошва. Вот внутри тоже такой мех небольшой. Тоже это осенний. Это у меня, например, стоит $35. Вот видите, тоже кожа натуральная. Это, например, у нас стоит $30. Вот такой у него мех там внутри тоже. Вот тоже $30 стоит. Красивый тоже очень. Есть еще вот такие вот разного модели. Пожалуйста, бордовый цвет. Вот они у меня стоят тоже $35. Вот разные модели есть, видите. Вот тоже это кожа натуральная. Тоже здесь небольшой мех, тоже вот осенняя тоже. Это у нас стоит тоже вот $40. Видите, с каблуком так. Тоже кожа натуральная, цвет тоже прекрасный такой. Все у нас здесь утепленное. Тоже наше производство, это, например, у нас стоит $35. Красивые тоже очень. Вот. Тоже мех утепленный. Они у нас стоят $30. Видите, длинный каблук. Такой мех, натуральный мех, натуральная кожа. Вот это у нас стоит, например, $45.
спортивные, видите. Кожа, вот натуральная. Вот такой я внутрь тоже покажу. Вот такой толстый мех. Это, например, у нас стоит тоже вот $40. Такие вот, такие более классические вот ботинечки, видите. Тоже кожа вот натуральная. Вот внутрь тоже натуральный мех. Это у нас стоит вот тоже $40. Такие необычные модели тоже. Замшевые. Вот мех такой. Это у нас стоит $35. Коричневого цвета. Темно-коричневого цвета. Замшевые. Пожалуйста, вот тоже утепленный вариант. Тоже осенний, видите. Это у нас стоит тоже $40. Вот тоже кожа в сумтри. Более спортивный вариант это. Цена стоит вот $30. Кожа снаружи тоже, видите, утепленная. Вот это у нас стоит $40. Ботиночки кожаные. Внутри тоже небольшой мех, осенний. Кожа натуральная. Мех натуральный. Нескользкая подошва. Ну, у них цены стоят, это вот $45. Мягкие тоже очень. Вот кожаные, видите. И внутри тоже у него, например, натуральный мех. Вот это у нас стоит, например, $40. Есть такие интересные модели, пожалуйста. Кожа натуральная. Тоже мех натуральный. Вот это у нас стоит $35. Это осенний вариант. Вот это у нас стоит $35. Кожаные. Это тоже вот осенние. Это тоже у нас стоит $35. Более классические вот еще есть. Небольшой мех. Маленький. Это у нас стоит $35 тоже. У них есть разные цвета. Вот такие вот зеленые цвета есть у них. Потом есть еще светло-коричневые цвета. Ну, вот такие вот. Пожалуйста. Как видите, у нас очень большой выбор, ну, потому что 80% наше производство, в основном мы производим для наших гостей, кто приезжает из холодных стран. Размер у нас начинается с женского от 35 до 42, размер имеется у нас на зимних обуви. Ну, также есть и летние, тоже есть большие размеры, от 35 до 41 размер имеется тоже. Помимо того, что здесь представлен большой выбор повседневной обуви, ну, такой классической, которую мы носим каждый день зимой или летом, здесь большой выбор и спортивной обуви. Вот с этой стороны мужские кроссовки у нас стоимость в зависимости от модели от 20 до $30. Например, с левой стороны тоже вот тут кожаные кроссовки, у них тоже цены начинаются от 25 до $35. Тоже вот разные есть, белые, черные, белого цвета. Кожа натуральная, видите, и снутри, и снаружи, очень легкие они, пожалуйста. У них есть разные цвета, красный есть, вот такой вот синий есть, потом вот такой коричневый цвет есть у них, пожалуйста. Например, эти у нас стоят $25, мягкая кожа, пожалуйста, мягкая подошва, очень удобные, например, видите. Вот они тоже у меня стоят $25, они тоже очень удобные. Например, вот эти у меня тоже стоят $25, они тоже очень удобные. Они чисто летние, замшевые, у них силиконовая подошва тоже, это очень удобно. Самая удобная подошва, вот силиконовая подошва это. Они у меня стоят $30. Пожалуйста, тоже очень легкие. Видите, тоже силиконовая подошва тоже, мягкая, ортопедическая. Например, они у меня стоят $25. В зависимости от модели меняются цены. Ну, у меня где-то эти туфли от $25 до $35. Летние шлепинцы, пожалуйста, вот тоже очень удобные. Видите, чистокожа тоже. Тоже наше производство. Вот такие вот есть еще, пожалуйста. Разные. У них есть разные там цвета тоже. Вот коричневый цвет тоже есть. Пожалуйста. Вот они у меня стоят $20 тоже. И вот такие вот классические есть. Например, это у меня стоит уже $35. Вот еще такой спортивный есть. Силиконовая подошва тоже. Вот черного цвета. Вот это у меня стоит $30.
Помимо того, что в этом магазине представлен огромный выбор женской обуви, начиная от летней и заканчивая зимними сапогами, здесь также есть огромный выбор мужских ботинок, зимних, демисезонных, осенних, весенних, и, конечно же, очень много обуви больших размеров, вплоть до 48. И, как я уже сказала, в описании к этому видео есть телефон WhatsApp. Обращайтесь, узнавайте, есть ли размеры ваши, какие модели, и ребята проконсультируют вас по WhatsApp. Ну и, конечно же, приехав в Турцию, и если вы здесь находитесь и живете, приходите самостоятельно в этот магазин, и я думаю, что вы останетесь под впечатлением, потому что выбор здесь действительно огромный. Кто одевает большой размер, вот такие вот кожаные, есть очень удобные, тоже как осенние тоже, видите? Это у нас стоит $35, например. Ну, например, у нас здесь есть еще мужские зимние ботинки. Легкая тоже очень. Вот кожаная, вот натуральный мех тоже внутри. С двух сторон замок вот имеется здесь. Пожалуйста, натуральный мех. Это стоит у меня $45. Пожалуйста, вот видите, такой мех. Тоже натуральный мех, кожа, низкоская подошва тоже, видите. Это у меня тоже стоит $45, уважаемые. Вот есть более спортивные варианты, вот видите. Тоже это ноутбук называется у нас. Вот, пожалуйста. Мех натуральный тоже. У них есть разные цвета, вот такие коричневые цвета есть. Вот такой синий цвет есть. Какой еще такой красивый ботинки есть. Вот. Кожа натуральная. Она тоже у меня стоит $45. Вот есть еще такие вот ботиночки у нас красивые. Натуральный мех. Пожалуйста, все натуральное. Тоже это стоит у нас $45. Кожа тоже натуральная. Тоже наше производство. Вот натуральный мех тоже. Это тоже мне стоит $40. Коричневый цвет. Натуральный мех. Низкоская подошва. Пожалуйста. Это у меня стоит $45. Есть еще у меня классические модели. Вот такие вот. Пожалуйста. Видите, вот. Тоже утепленный он. Тоже у него вот внутри натуральный мех. Пожалуйста. Видите, низкоская подошва тоже. Это у меня стоит $45. В зависимости от модели у меня цены на мужские ботинки начинаются от 40 до $60. Размеры мужских ботинок начинаются от 40 до 45. Размеры имеются у нас. Цветные есть более. Пожалуйста, вот ноутбук тоже. Внутри тоже утепленный. Вот. Есть у него вот еще такой желтый цвет есть, такой цвет есть. Как видите, у нас очень большой выбор. На любой вкус, на любые ноги, на любой размер у нас имеется обувь, кожаные. У нас 99% изделий, все кожаные. И насчет цены тоже не переживайте, никого в обиду не дадим. Все, еще можем торговаться тоже. Сапоги, ботиночки, кроссовки, ортопедические, не ортопедические. Все обуви у нас есть. Только приходите, будем примерять, обувать. Приходите, добро пожаловать. Будем рады вас видеть в нашем магазине. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезным. Конечно же, когда вы приезжаете в Анталию, в Кемер, приходите в магазин Арас. Не забывайте пользоваться сервисом, который предоставляет этот магазин. В описании к этому видео все контакты этого магазина. Магазины находятся в Кемере и в Анталии. Обязательно приходите, смотрите, выбирайте. А я уже присмотрела для себя идеальные сапоги, которые я искала давно. Это сапоги на плоской подошве из лаковой кожи без каких-либо украшений. Посмотрите, какая красота! Поэтому я уверена на 100%, что в этом магазине вы найдете для себя самую идеальную пару обуви. На сегодня я с вами прощаюсь, я сейчас буду мерить что-то для себя, а вы приезжайте в Турцию, приходите в магазин Арас и, конечно же, покупайте качественные вещи и носите их с удовольствием. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.